Представь, пожалуйста, что у нас за цветочная поляна в студии. Ну, у нас здесь действительно самый настоящий райский сад. Постельное белье с одноименным названием вашему вниманию. Это натуральный 100% хлопок, и сегодня для вас это эксклюзивный, роскошный природный принт. Итак, друзья, 990 рублей всего лишь стоит полутораспальный комплект, 1090 рублей двухспальный и евро 1190. Вы представляете себе? Всего по 100 рублей разницу. Ну что такое 100 рублей? Закажите себе прямо сейчас новый комплект постельного белья, мы расскажем вам все самое интересное. Юль, ну вот прихожу в магазин, на что я смотрю сперва? Конечно же, состав. Ты смотришь сразу на состав, а обычно хозяюшки смотрят на внешний вид, на принт. Ай, какая-то я неправильная. Ну ладно, давайте посмотрим тогда, как и все хозяюшки на принт, а потом поговорим про состав. Посмотрите, вот они, эти роскошные цветы, вот она, это ваша поляна, этот ваш райский сад. Но самое главное, Юль, вот я вечно тебе задаю один простой вопрос. Как на нас влияют расцветки? Ты знаешь, очень важно подбирать для спальни грамотную палитру именно в постельном белье, потому что мы в нем засыпаем. Просыпаемся, хотим, чтобы было это с легкостью и с хорошим настроением. Обратите внимание, насколько здесь натуральная гамма цветочная. Цветы такие, как растут на грядках. А все это успокаивает и благотворно влияет на нашу нервную систему. Поэтому, если вы будете спать на белье райский сад, вы будете ощущать себя действительно как в самом настоящем раю, но только, конечно же, на земле. В полном комфорте. Итак, друзья, это действительно самое бюджетное белье, которое только существует. Ниже цен вы просто не найдете. 990 рублей. Цена действует только до конца сегодняшнего дня. Все, что необходимо для комфортной спальни. Под одеяльник мы с вами уже посмотрели. Роскошная простыня в этой же цветовой гамме и две наволочки размером 70 на 70. И все это в воплощении 100% экологически чистого натурального хлопка. Что может быть лучше для того, чтобы хорошо высыпаться? Хлопок — король летних тканей, потому что дышит, и ваша кожа скажет вам спасибо за прикосновение нежности хлопка. Хлопок хлопку рознь. Все-таки разные ткани из хлопка делаются. А это что за ткань? Это бязевое плетение. Ты знаешь, кстати, бязь, вот многие хозяйки задают мне вопрос, что боятся, что бязь грубоватая. Сегодня бязь переживает второе рождение. Сегодня бязь плетется чуть-чуть по-другому. Она настолько мягкая и нежная по тактильным ощущениям, что не сразу угадаешь даже, что это за материал. И стирать ее перед тем, как постелить, абсолютно не нужно для того, чтобы дополнительно смягчить. Она сама по себе невероятно нежная. Слушай, ты знаешь, моя сестра обожает бязь. Почему? Ей нравится вот этот эффект микромассажа. Он, говорит, очень благотворно влияет на кожу. Да, совершенно верно. Плетение там крестообразное, оно чуть-чуть ребристое. Мы с вами его не замечаем, мы лишь получаем легкий микромассаж кожи. И это очень благотворно влияет на красавиц. Мы с вами омолаживаемся, когда спим в райском саду. Очень многие телезрители, особенно в колл-центр, вот мне много оставляют звонков по краскам, потому что говорят, вы предлагаете роскошное яркое белье. Все переживают, не потеряют. Теряет ли яркость красок постельное белье? А я вам буду сейчас это доказывать в прямом эфире, что наше постельное белье можно стирать даже при 100-градусной температуре. Посмотрите, а вы стирали белье при температуре кипения? Цветное. Чайник закипел. Посмотрите, я наливаю крутой кипяток в чашку. Посмотрите, что творится. Идет дым. Ни в одном магазине вам не покажут такого эксперимента. Беру самую яркую такую расцветку, наволочку я сняла с нашего постельного белья. Береги руки. Опускаю в 100-градусный кипяток. Вы только представьте, купаю там нашу дорогую наволочку, убираю, а вода остается абсолютно вот чистой. Вот это да, это же идеально. Вот оно, идеальное качество краски. И что такое крутой кипяток? Вы представляете, краска была бы, если бы не качественной, бы вода уже давно была бы цветная. Немножко остужаю и продолжаю эксперимент. Посмотрите, остудили, просто действительно очень горячая. И продолжаем эксперимент. Смотрите, по горячей ткани. Я глажу ее рукой очень активно. Активно, смотрите, никакой краски. Рука осталась абсолютно чистой. Эко-краска нового поколения, которая при 100-градусной температуре не теряет своей яркости. Вы только представьте. Итак, друзья, 990 рублей. Юль, ты сказала, наше дорогое белье. Я поняла, что это твое отношение к нему, а не цена. Потому что, друзья, цена действительно радует. 990 рублей, друзья. Это ваше предложение. Пожалуйста, обратите на него особое внимание. Итак, друзья, 1000 рублей, 1090 рублей двухспальный комплект и 1190 рублей евро. Есть все в наличии. У нас очень много, говорят, звонков в колл-центре. Мы даже растерялись немножко. Поэтому звоните, друзья, и ожидайте. Буквально одну минутку ожидания, вам обязательно ответят. Все звонки бесплатные.